Перед тем, как я начну открывать кейсы, я вам хочу рассказать о канале Мистера Кови. На этом канале вы сможете найти open кейсы, а также просто огромное количество антигрифер и грифер шоу. Если вы заинтересовались, ссылка в описании. Ну а мы начинаем. Всем привет, ребят, с вами Никита Пинки, Егор. Всем привет. Мы продолжаем открывать кейсы в CSGO. Чувак, ты, по-моему, ключей больше купил, не? Не, нормально. У нас сегодня 10 ключей, я уже, так сказать, не надеюсь на Азимова. Я решил пооткрывать летние кейсы, потому что в них реально есть много чего прикольного. Тем более, мне в прошлом выпуске выпала вот эта штука, когда рядом со мной сидел Егор, так что, Егор, давай там химичи, не знаю, что делать, чтобы не выпадало. Все, я надеюсь то, что... Я каждый этот говорю, то, что я надеюсь, ни хрена не надеюсь. 100 трек было бы неплохо, Юсп. Может, рублей бы 20 даже стоило. Очень неплохо. Кстати, скаут, ну блин, если бы не покоцанный, было бы нормально. Да ну, не очень скаут. Окей. Что у нас? О, статрек этот пролетел. Дигл пролетел. Рабаш. Ну, давай. А где? ЦЗшка. Нет. Блин. Мак 10. Ультрафиолет. Ультрафиолет. Если вы понимаете, о чем я. Ага, да ладно, хотя бы на ПСВ, да, е. Какой ПСВ там? Аук! Аук! Аук пролетел! Ну слушай, океанская пена. Океанская пена, да? Лол. Не-не-не, у меня покруче аук. Прямо завода, кстати. После полевых испытаний. Немного поношенная, что? Что вот это вот? Что это? Ладно. Нет. То место, где немного поносили ее. Почему я ударение поставил? Ну, блин, дигл пролетел, ты прикинь. Да блин, что-то не то, Егор. Ау, дигл. Ты не стараешься. Немного поношено. Блин. Вот, нова пролетает постоянно. Ну блин, ладно, ЦЗшка хотя бы. Нормально. Ексан. Зато не одинаковые. Да, нормально. Ой, фу, ужас. У меня нет ЦЗшек. Зачем такие оружия добавили в CSGO? Ну что-то должно выпасть. Еще я лопаю. Три подряд! Это типа, знаешь, во всех выпусках не везло, вот Никита, держи! Я тебе говорил, моя магия сработает. Какой он пост. Бля. Прямо с завода! Прямо с завода! Егор! Охереть. Где ты был раньше? Так, я напоминаю то, что я сутенёр Егора, я его сдаю. Там мапа была. Насрать-то. Да ладно, не гони! Прямо с собой! Лол, вот это просто капец. Слышь, я недавно смотрел Школа Гайд, короче. И там такой понял, ну, по доте. И там такой маленький пацан сидел, такой, гитбэк, фокус. О, это было жестко сейчас, серьезно. Просто дабл килл. Тоже прикольно, так змеина кожаная, типа. Красный питон. Да, это, конечно, жестко. Офигеть. Блин, чувак, так ты прикинь, если я сам буду записывать open case? Тебе ничего не будет выпадать без меня. Блин, а сейчас даже ничего фиолетового не пролетает. Как-то нечестно. Не, как пролетело там что-то вначале. После полевых, окей. Так, у вас ключ, да? А чё вот здесь? Рентген? Не. Он где? Да, синие кейсы уже не в моде. Блин. Ладно. Выпало две офигенных пушки. Просто, я не знаю, прямо с завода еще. Офигеть! Две прямо с завода! Я хочу повторять, сколько она стоит. Что, 10 тысяч. Я не знаю, повторяюсь, я не знаю, видите вы или нет это. Не, ну 1000 она должна стоить, чувак. 5000! Какие 5000? Почти 3! 3000! 3000! Круто, а Глок? Глок сколько стоит? Тоже статрек и тоже прямо с завода. Глок 366.
рублей. Ну, Глок, по сути, сам-то такой. Ну да, блин, он там какой-то пиксельный. Но, блин, прямо с завода, стат-трек! Это круто! Офигеть. Я уже это говорил. Вы такие друг под дружкой находятся. Блин, это круто. В общем, ребят, мне наконец-то повезло, блин, мне что-то выпало реально стоящее. Ух. Тебе повезло, что у тебя есть я. Да, мне повезло то, что у меня есть Егор. 500, час, 500 рублей час Егорки, если что, пишите мне. Ладно. Если я вам не продаюсь. Я тебе продаю. В общем, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если вы не видели предыдущих, посмотрите, подписывайтесь на мой канал, если хотите видеть новые. И на мой. Егорки канал тоже, кстати, есть в описании. В общем, ребят, всем пока. Все, круто. Офигеть.